Далее коротко о наиболее заметных событиях в Запорожье и области. Смотрите в обзоре происшествий за минувшие выходные. В селе Водяное Каменско-Днепровского района области во время пожара в магазине погиб 54-летний охранник. Когда на место прибыли спасатели, мужчина уже был мертв. Причина пожара устанавливается. На воздухе едва не взлетел полный солярки бензовоз. Инцидент произошел между селами Наталовка и Гасановка Вольнянского района. Водитель успел остановить машину, выпрыгнуть из кабины и позвонить спасателям. Те прибыли через несколько минут и потушили горящий бензовоз. Пострадали люди в результате ДТП. 18 апреля в районе автовокзала машина скорой помощи сбила женщину, которую не заметил водитель. Ее с многочисленными травмами доставили в 5-ю городскую больницу. Обнаружено тело 37-летней запорожанки на Хортице. Правоохранительным органам удалось задержать преступника. Им оказался 24-летний парень. Причины убийства выясняются.